Новости из мира фэшн. Впервые в истории бутылка йогурта попала на обложку модного французского журнала «Вогурт», задав главный тренд всем дизайнерам и фотографам на следующий год. Мне такое писать. История, достойная экранизации в стиле лучших фильмов Вуди Аллена, случилась сегодня с молодой грузинской девушкой по имени Софико. Эту фотографию, сделанную 10 лет назад, она выложила в Shutterstock перед переездом в Америку. Последние 10 лет своей жизни она провела в городе Атланта, штат Джорджия, но по семейным обстоятельствам была вынуждена вернуться в Тбилиси. Каково же было ее удивление оказаться на родине в статусе самого известного человека в стране? Дело в том, что один бренд выкупил право на использование этой фотографии всего за $12. Ну это просто беспредел какой-то! Вызвали на самого утра, дали какое-то непонятное задание, и все, ни слуху, ни духу. Это неуважение, в конце концов. Сколько я спал? Что непонятного в задании? Эпичный день? Эпичный день? Что это значит? Закрыли нас в ангаре, загнали нас в какие-то непонятные рамки. Мы еще, вдобавок ко всему, еще сами себе должны еду добывать. Да, и вы так и не скинулись, поэтому с вас 1000. 1000 рублей. Друзья, предлагаю сделать забастовку. Мы так делали на Ералаше. Кто со мной? Я вообще-то вечером на концерт собиралась. То тоже. Правильное решение. Проявим характер. Нет. Тирану и диктатору Ивану Дорну не будем плясать под его рваный бит. Свободу творческой интеллигенции. Новый мудак, где Сережа? Подождите. Вы меня неправильно поняли. Есть идея. Здравствуйте. Тачки снимите. Откуда летите? США. Откуда? США. Подпишите, пожалуйста. Что подписать? Подпишите, пожалуйста. Что подписать? Я ноду. Или от Софии просто. Что, простите, я не понимаю. Мне так никто не поверит. Так что очень прошу.
видимо, из отпуска приехали, да? Да, вы 10 лет как в отпуске. Я сначала подумала. Кто-то пришел смотреть квартиру, а тут ты, наша Софико, дети! Наша Софико! Тетя Нелли? Иди узнала, значит, мы еще молоды выглядели. Конечно. Мы услышали шум. Дети подглядели, говорят, приехала какая-то молодая красивая девушка с чемоданом. Ну, мы сразу сюда. Кто еще мог прийти? Ты наша красавица. Тут тебя все знают. Ой, когда это началось? К нам звонили, приходили, поздравляли. Что началось? Ну, началось. Пустяки это все. Мы просто очень тебя ждали. Очень. И вот дождались. Ты немножко отдохни, да? А мы попозже зайдем, да? Да-да-да, конечно, попозже. Давайте, дети, давайте, пошли, уходим, пошли, уходим, пошли, уходим, нет, уходим. Нет, нет. Давайте одно фото, фото. Фото? Да-да-да, да, да, давай, дети, давай, дети, моя дети, девочка. Дети. Ну, давай, давай. Давай, фото. Ну? Снял. Молодец. Ну, все, давайте, все, все, пошли, пошли. Отдыхай, моя хорошая. Отдыхай, девочка. Как она выросла. Хорошо, что вы приехали. У меня совсем немного времени, но я обещала и доведу это дело до конца. Вы можете подъехать через полтора часа вот так? Да, да, конечно. Да? Тогда я вас жду. До встречи. До свидания. Чай, кофе? Нет, спасибо. Я очень рада, что вы смогли приехать, несмотря на расстояние. Но мы не будем рассиживаться, давайте прямо к теме. Как вы знаете, у нас уже есть покупатели. Очень хорошая семья. Они уже оплатили часть стоимости вашей квартиры. И осталось только, чтобы вы прочли и подписали. Вот, пожалуйста. Внизу. Знаете, я вам должна еще сказать, что когда мы оформляли правовые документы, оказалось, что там еще есть дополнительное имущество. И это дополнительное имущество принадлежит вам. А что за имущество? Корабль. Корабль? Ну, я не знаю, во всяком случае, он так назвал его в своих распорядительных документах. Вот, пожалуйста, корабль «Софио», док 15, вот номер 26482. Посмотрите.
но дедушка не увлекался кораблестроением. Да? Да, он даже плавать не умел. Ну, я не знаю. Поздравляю. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Я ищу корабль. Корабль? Космический? Ладно, шучу. Покажи, что... Значит... да, есть такой номер. Я бы не звал его кораблем, но хозяин относился к нему как к чему-то большому. Правда? Он каждый день приехал, что-то крутил там, красил. А потом перестал приезжать. Вот так и стоит уже месяца три или четыре, по-моему. Вот. Ну что, заходи. А ты что, купила ее? А? Или арендуешь? В любом случае, это хорошая яхта. Он за ней каждый день ухаживает. Но, честно, не пойму, как он с нее управлялся бы. Он ни разу так не вышел на ней никуда. Он сготовил, как будто фрегат его сел. Состояние, я бы сказал, отличное. Такую сейчас не найти, правда? Повезло тебе. Да, умею. Скажите, золотой банк. Так, нет. Честно, не пойму, как он с ней управлялся. Он ни разу так и не видел. Корабль. Корабль.
Да, ну, во всяком случае, так написано в его дополнительных распорядительных документах. Чичи, да ну подкладывай отсюда.